мы входим в этот мини-отель или гостевой дом. Добро пожаловать в наш номер. Это двухспальный номер. С правой стороны при входе сразу находятся шкафы. И с левой стороны мы сразу попадаем в ванную комнату. Ванная комната достаточно чистая, светлая. Каждый день по требованию меняются полотенца. То есть, если вы бросаете полотенце на пол, значит, это означает, что вы просите, чтобы вам полотенце поменяли. Нет никаких посторонних запахов, что немаловажно. Дальше мы проходим непосредственно в комнату. Значит, с левой стороны находится диван, и с правой стороны находится двухспальная кровать. Возле каждой стороны находится тумбочка. Женщина приходит каждый день, делает влажную уборку, заправляет кровати. В общем, сервис по полной. В углу вы могли наблюдать телевизор. И потом мы попадаем непосредственно на балкон. Шикарнейший вид с балкона. Очень уютно завтракать. Обедать, конечно, может быть сложновато, потому что там солнце в это время. Но вечером самое прекрасное место, чтобы отдыхать. Достаточно скромный номер, но очень чисто и уютно. У детей был номер немножко побольше. Тоже стояла одна двухспальная кровать и отдельно односпальная. Нам очень понравилось. Thank you.
Молодец!